Всем привет! И сегодня рецепт для любителей японской кухни татаки из тунца. Все ингредиенты вы найдете внизу под видео. Нам понадобится красный тунец хорошего качества. Я буду использовать уже размороженный тунец. Кладем в соевый соус и маринуем 5 минут. Через 5 минут переворачиваем и оставляем еще на 5 минут. Вынимаем тунец и обваливаем его в кунжуте. Если вы используете размороженный тунец, как я, татаки не будет ярко-красным цветом. Тунец со всех сторон мы закрыли кунжутом. И в горячую сковородку на среднем огне обжариваем тунец со всех сторон, по минуте на каждой стороне. Когда переворачиваем с одной стороны на другую, будет видно, как у тунца меняется цвет. Перевернули. Обжариваем 1 минуту по бокам. Если он у вас слишком тонкий, можете поддерживать его щипцами. На видео хорошо видно, что тунец поменял свой цвет. Внутри он должен оставаться сырым. Когда обжарили со всех сторон, вынимаем из сковородки. Татаки нужно резать острым ножом. Кусочки нарезаем одинаковые. Они не должны быть слишком тонкие и слишком толстые. Для гарнира к татаки можно взять зеленый салат. Можно подавать с васаби. У меня на гарнир водоросли с леваками. Татаки аккуратно перекладываем на тарелку. Сверху поливаем соусом терияки. И для подачи в маленькую формочку наливаем соус терияки или соевый соус. Рецепт это для любителей суш и сырой рыбы. Всем приятного аппетита! С вами была Вера. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк.